Привет, меня зовут Артём, и ты на канале Mibai. И сегодня у нас довольно уникальный ролик. Мы снимем распаковку, потому что эта вещь этого заслуживает. Поехали! Это пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P. Прикольно. Так, давай сразу, наверное, посмотрим вообще полностью, что здесь лежит. Так, макулатурка с инструкцией, кстати, на русском языке. Так, это у нас тряпка. Так, ну а здесь у нас... находятся две боковых щетки. А вот и пылесос. Пылесос мы сегодня взяли черный. Воу. А он красивый. Здесь у нас, судя по всему, запасная тряпочка. Ну, я не буду ее доставать. Блок питания с кабелем. Второй контейнер. Кстати, очень интересный. Вода заливается здесь вот сверху. И он имеет двойные стены. То есть вода будет распределяться вот так. Фильтр. Кстати, фильтры у них универсальные. Подойдут от любого пылесоса Xiaomi. Можно взять что-нибудь даже в Mibai. Достается легко. Вставляется не очень. О, не попал просто. Ну и док-станция. Док-станция, кстати, симпатично выглядит. А ты смотрел Футураму? Помнишь, там робот был? Бендер? Бендер. Оп. Собственно, почему же контейнер у нас лежит отдельно? Все дело в том, что у него внутри установлен еще один, который не предназначен для влажной уборки. Еще отмечу, я как пользователь тоже робота-пылесоса, очень интересный момент. Здесь присутствует щетка с ножом, и она сразу в пылесосе. У меня, например, она просто лежит отдельно, и я каждый раз, когда мне надо почистить основную щетку, я ее ищу. Кнопка включения и возврата на док-станцию выполнена интересно. Она мне чем-то напоминает газовую плиту, когда крутишь там газ. Снизу пылесос выглядит уже довольно классически, потому что все Xiaomi в этом плане очень похожи между собой. Это защита основной щетки. Основная щетка. Ну, здесь, в принципе, и все. Ну, все, распаковали. Что я хочу сказать? Комплектация у пылесоса богатая. Два пылесборника, два фильтра и две боковых щетки. И две тряпки. И если тебе понравился этот ролик, такой мини-обзор этого малыша, то поставь лайк нашему видео, нам будет приятно. И мы будем знать, может, мы и дальше продолжим такие видео делать. Напиши об этом в комментариях. Всем Mibai.